Предприятию требуется кондитер. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Пекарь на выпечку хлеба. Кухонный работник. Обращаться по телефону 8 912 545 90 62. Внимание населения. 14 сентября с 14 до 15 часов в Печорском филиале Республиканской общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия на тему проблемы неформальной занятости. На вопросы жителей города и района ответят заведующая отделом экономики и инвестиций администрации муниципального района Печора Ольга Эдуардовна Фокина и директор Центра занятости населения города Печоры Федор Васильевич Денисов. Предварительная запись по телефону 7-17-25, адрес улица Булгаковой, 22, кабинет 17. Продадут прихожую, мягкую мебель, телевизор на кухню. Обращайтесь по телефону 8-909-127-22-74. В магазин сантехники речная часть требуется продавец. Обращайтесь по телефону 8-912-954-35-66. Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» доводит до сведения населения и руководителей предприятий, что период с 0 до 6 часов 14 сентября в связи с проведением работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года на насосной станции второго подъема водозабора «Энергетик» будет прекращена подача холодной воды в следующих районах города Печора: микрорайон «Энергетик», поселок Восточный, Мехколона 53, а также в жилых домах по адресам: улица Ленина, дома 36, 36А, 38, улица Федосеева, дом 1, улица Привокзальная, дома 2, 4, 6, 8, улица Строительная, дома 19, 23, 25, 29, улица Советская, дома 3А, 11А, переулок Советский, дом 5. Администрация предприятия приносит извинения за доставленные неудобства, призывает к спокойствию и напоминает, что проведение данных мероприятий направлено на нормализацию бесперебойного и качественного снабжения потребителей питьевой водой. Внимание! В медицинском центре «Семейный доктор» ведется запись на 15 сентября к врачу-гастроэнтерологу Ушаковой Наталье Александровне. На 16 сентября к врачу-неврологу детский прием Макаровой Нине Михайловне. Информация и запись по телефонам 3-12-70 и 8-912-567-61-21. Адрес: Печорский проспект, 57. ТСЖ улица Ленинградская, 21 объявляет о начале отбора управляющих компаний для передачи многоквартирного дома под управление УК. Срок приема предложений до 17 сентября. На электронный адрес ТСЖ Ленинградская, Градская 2013 @yandex.ru. Справки по телефону плюс 7-912-955-05-64. Грузоперевозки на автомобиле КАМАЗ-65-117. Рефрижератор. Телефон 8-912-556-97-19. Закусочная «Волна» приглашает на завтраки, обеды и ужины. Бизнес-ланч 170 рублей. У нас вы можете провести свадьбы, юбилеи, детские праздники и поминальные обеды. Единственное в Печоре мороженое собственного приготовления. Вкусные пиццы и свежая выпечка. Бесплатно. Платная доставка при заказе на сумму от 500 рублей. Ежедневно с 10 до 18 часов. Воскресенье, выходной. Адрес: Печорский проспект, 20. Телефон 36002. Предприятию требуется специалист по охране труда, механик с опытом работы. Звоните по телефонам 769-22 и 772-12. Народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Ансамбль русской песни «Сударушка»» объявляет набор участников в возрасте от 10 лет и старше. Народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Фольклорно-этнографический ансамбль «Усть-Цилимские напевы» и детская фольклорная группа «Родники» объявляет набор участников в возрасте от 6 до 12 лет «Родники» и от 18 лет и старше «Усть-Цилимские напевы». 15 сентября в 15 часов кинотеатр имени Максима Горького приглашает на игровую программу, посвященную 110-летию со дня рождения Александра Артуровича Роу. Александр Роу – удивительный сказочник с показом художественного фильма «Сказки», «Огонь, вода и медные трубы». Цена билета 100 рублей. Производственному отделению Печорские электрические сети филиала Северо-Запада «Коми-Энерго» требуется на работу инженер-программист сектора эксплуатации информационных технологий службы корпоративных и технологических автоматизированных систем управления. Требования к кандидатам: высшее техническое или инженерно-экономическое, без предъявления требований к стажу работы. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройства РЗА 5 разряд службы релейной защиты автоматики. Требования к кандидатам: среднее профессиональное электротехническое техническое образование и стаж работы не менее 6 месяцев по профессии электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4 разряда или профессиональное обучение в области ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики и стаж работы не менее 1 года по профессии электромонтера, в том числе не менее 6 месяцев электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту устройства РЗА 4 разряда.
Инженер по релейной защите и автоматике второй категории службы релейной защиты и автоматики. Требования к кандидатам. Высшее электротехническое образование и стаж работы в организации электроэнергетики не менее 1 года. По профилю работы участка РЗА должности инженера. Инженер службы воздушных линий. Требования к кандидатам. Высшее электротехническое образование без предъявления требований к стажу работы. Водитель вездехода 6-го разряда службы механизации транспорта. Требования к кандидатам. Среднее профессиональное образование или профессиональное обучение, наличие удостоверения тракториста-машиниста-тракториста с открытой категории на право управления гусеничными машинами категории Е, опыт вождения транспортных средств категории Е не менее 3 лет, наличие категории А, Б, С, Д. Удостоверение тракториста-машиниста-тракториста приветствуется. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4-го разряда Печорского района электрических сетей. Требования к кандидатам. Среднее профессиональное электротехническое образование и профессиональное обучение. Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих, стаж работы не менее 1 года по профессии электромонтера оперативно-выездной бригады 3-го разряда. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-го разряда Печорского района электрических сетей. Требования к кандидатам. Начальное профессиональное электротехническое или среднее профессиональное электротехническое образование. Анкеты направлять в отдел кадрового учета и социальной политики по адресу улица Островского, 65, кабинет 107 или на электронный адрес post@pes.comienergo.ru. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.